Это уже позавчера там было. Одни женщины, им не шоромно. Ну что будем робить? Будем тут стоять? Вы не читали Конституцию. Вот мне разрушают Конституцию. Я взяла ее с собой. Вот, пожалуйста. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан. А это вы нарушаете. Мы без автоматов, немедленно идем по своей улице. Я 65 лет здесь живу.